Доброе утро. Погодка у нас не идеальная. Красота. Солнышко. Я дрова начал складывать. Так что снег тут в куче-то лежит. Так, взял сейчас себе тормозок. Скатерть. Я положу в кузов. Сюда. В кабине больно мешаться. Так он здесь хорошо лежит. Все вроде работает. А, все работает. Так вот, пусть тут лежит. Взял больше 10 литров бензина сейчас с собой. В бак заправлен. Литров 7, наверное. Поеду сейчас серебро искать. Так вот, погодка. Красота, конечно. Тихо, пока утром. Так, прикатил, бензин спалил уже вот четверть. Так было, может. Осталось литру. Вот прикатил туда на поле. Попытаюсь тут походить, но ходить, вон стерня очень высокая, ходить плохо будет. Так, у меня планы, конечно, не на эту деревеньку приехать, на другую. Ну тут пройдемся сейчас, все равно по пути едем. Ну, на полчасика, если зацепимся, так зацепимся. Но монета тут есть, конечно, все равно. Ну, подвыбито тут нами здорово. Хорошо тут покопали. А чем там дерево просто. Так вот. Посмотрим, а вдруг полтинник снова выскочил где-нибудь. Потому что земля сырая, серебро сейчас чувствуется хорошо. Потом подсохнет серебро, не будет цепляться. Так что сейчас попробуем, пробежим вот тут. У меня было кое-что интересное в этой деревне. Монеток она дала. Ладно, сейчас все. Идем, погуляем. Как что покажем? Если что-то найдем, покажем. Не найдем, но явно что не покажем. Так вот. Вот что-то походил тут, что-то не очень, одной пробки что-то навалено. До вездехода вот осталось 20 метров, и сигнал, какой-то кругляшок вывалился у меня. Опа. И кругляшок-то что-то у нас какой-то интересный даже. 10 копеек серебряно. И вид царское. Все видно будет, как будет. Так, на лучше будет. Видите, сейчас земля сырая, проводник хороший. Ходили, тысячу раз вот прошли. Тут, знаете, раз и монетка. Видите, царская монетка серебряная. Но все равно приятно. Ладно, тогда походим еще немножко. Ну, все почти наверху было. И сейчас сырее стало, води. Серебро цепляться стало. Сохранное, конечно, может не очень, но вот так-то все. Орел все видно, но все равно находка. Приятная находка. Десяток пробок выкопал. Проволоки всякой. И вот первые монетки и серебро. Сегодня я за серебром поехал. Сейчас я эту деревеньку проверю, пройдусь немного, поеду в другую, где там распахано серебро есть крупное. Вот копнул, сигнал был, и что-то вылетело. На монету похоже, монета не монета. Сейчас посмотрим, крупная монета. 5 копеек. Это 6-й год. Не редкий, не 56-й, что непонятно. Вот такая монетка выскочила. Даже не ожидал, звук такой хороший, копанул, все, вылетела монетка. Вот есть монета все равно. Ну, конечно, ценной пока ничего нет, но 56-й год, по-моему. Вот. Вот так вот. Ладно, что, еще по кружок дадим тут. Что выскочить может? Солнце будет. Идем, так лучше видно будет. Монеты. Ну это
Алюминиевая бронза. Да, такой сигнал пропустили, такую монету. Они обычно звенят хорошо. Ну, ладно, что, берем, идем дальше. Вот стал протрясывать от комки, разламывать. И вот. Еще монетка. Это буду затертый вроде еще. Похоже на 3 копейки. Подзатерто немножко. Но все равно приятная находка. Идем дальше, ищем. Хорошо. Вес монеты, значит, покружиться можно. Но меня, конечно, туда тянет, на ту деревню. Но все равно, ладно, сейчас пробежимся кружок. Красота. Красота. Монета есть. Вот так. Ну, погодка, конечно, погодка красивая у нас. Тепло, солнышко, ни одного облачка почти нет. Вся красота. И монетки попадают. Сейчас побежимся. На горку сейчас зацепимся. Красотень. Вот подъехал, вообще близко кружит. Пусть сидели. Опасные. О, красота вообще. О, нифига себе, там птичка какие-то. Спугнул. Да, здорово. Конечно. Ну, стерня небольшая, тут ходить можно нормально будет. Так что вот где-то в этом месте распаханный горшок есть. Вот тут вот. Жаль, что не подзамечал, где эти монеты находил. Можно бы шурфануть немного, покопать. Так, все четко. Тут что-то не распахано, там монета есть, но там более медная. По бугру тут монеты много собрали. Ну, конечно, собрали мы здорово тут. Ходили, 2-4 металлоискателя ходили, собирали. Карманы набивали. А серебро вот только мне попадалось тут. Каким пробовали мощным металлоискателем, ничего не идет. Я прихожу, раз-раз, от 3 до 5 монет серебряных. И все, тишина больше. И до следующего года. Вот не было уже года 2 здесь, наверное. Последний раз год был, только нашел что-то облачную, 5 копеек. Ладно, сейчас пообедаем. И пойдем с новыми силами на раскопки. Вот у меня деревенский обед. Все раньше в поля и все брали. Вот. Ну, потом, конечно, уже осенью пахали там огурцы, помидоры. А пока, вот как с весны обычно, вот хлеб, яйца, ну мясо еще брали. Мясо как бы на все равно портится. А такое в тепле, ничего не держится. Вот такой у нас обед. Простой и питательный, как бы сказать. Хлеб, яйца, чай, соль. А, красота на улице, конечно, красотень. Солнце светит, тепло, здесь ветра нет. Вот только пособираем, монетки бы только попадались. Ну, тоже думаю, что найдем сколько-нибудь все равно. Ладно. Обедаем и идем. Так, вот отошел только от вездехода. Вот вездеход стоит, 3 метра. Отошел, сигнал четкий. И где-то... монетка выпала вроде. Видел, что-то кругляшок какой-то выпал. Где-то сюда вот упал. И не монетка, или не знаю. Где-то видел. Что-то кругляшок какой-то упал.
Где-то не вижу больше. Куда-то потерялся. Наушников-то. Сейчас. Наушники один. Где-то что-то сюда вот выпало. Не вижу где. Странно, куда-то упало. Видел, монетка была вроде. Что такое? О, сигнал идет. Вот упал опять где-то. Где-то уронил. Где-то упал опять. Что такое, могу найти. Где-то тут попискивает. Нету. Где она? Тут видел, монетка где-то упала вроде. Не могу найти. Да, интересно. Где-то тут вот вроде где-то. Что-то похоже. О. Опять упал, уронил. Что ты какая-то. Что ты какая-то. Какая она не. Никак не могу поймать. Что, может, камеру вижу, может, сейчас не просто не вижу где-то. А вот, нашел. Кац. Кац, монетка тебе интересная. Ну, советская. Совдепос. 20-е года. Опять серебрушку нашел. Есть серебро, сейчас женить хорошо. Вот так вот. Ну, Саран, да, сюда ходили мы, серебра, вообще такого не попадало. Сегодня серебро только отошел из дихода. Ладно, идем копаем дальше еще. Так, немножко отошел и видел, кругляшок опять где-то выпал. Вот. Две копеечки. Ну и сохрану их все хороший. Обычно. Вот так вот. Ходим. Вот где распашка была тут. Все ходили. 100 раз тут мы прошли. 1000 раз, наверное, прошли. Все равно монета есть. Ладно, копаем дальше, ищем. Вот хожу, наверное, уж полчаса, вот больше ничего путного. И вот выпал кругляшок у меня такой. Видите, звон, двойной сигнал. Так, все почистим сейчас, что там у нас. Что, на что у нас похоже? Деньга, похоже. Да, деньга. Сохран такой средний, имперская монета попала, уже ушел далеко от везде года. Хожу вот такие, вот так лучше будет видно в тени, нет. Так вот такая монетка, не очень хорошая, но все равно находка. Берем, как говорят все. Ладно, копаем дальше. Походим, тут зачем-то монета попала, может дальше где-то тут есть. Дом какой-нибудь был. Шел уже 300 метров от вездехода. То есть неизвестно, сколько деревня была длина.
Дальше, может, здесь она была, старая деревня, может, нет. Ладно, сейчас покрутимся, тут походим. Вот хожу тут, брожу по этим. Вот. Ничего, сейчас так вот, железо все гудит, не знаю, что деревня была длина. И вот все-таки кругляшок выкатился. Какой-то кругляшок. Советская монетка, похоже. Интересная какая-то. Тут затертая система. Чем затертая какая-то. Вон герб видно кое-как. Тут что-то все затерто. Вот с копеек. Утерто, здорово. Хожу, хожу, вот тут. Нет, да что-то выскочит. Есть монета тут, где искать, где лежбище, самый залежи монет, непонятно. Места большие, бугры, сколько деревни было, неизвестно. Что надо перепахивать было так. Ладно. Походим сейчас, попадают монеты, ну редко. Так, вот копнул, монетка была, и вот снова кругляшок вот вывалился. Тоже что-то непонятное все там. Какая-то монетка даже. Непонятная. Ладно, да, с дома помоем, что посмотрим, что там вот. Что интересно, это чем-то утерто совсем. Ну, монетка. Ну, берем. Да, сейчас покрутимся так вот. Вот дом стоял. Конечно, в последние времена монеты свежие. Да, империи вообще мало. Ну и чем? Тут вот снова при переходу подхожу. Вот. Уже сигнал есть какой-то, все. Копай, копай. Вроде что-то пробивается. Ну, копнул. Вот, смотрите. Красота. На стенке прошел. 5 копеек. Пятачок. Вот так вот. Пятачок. А сигнал. Ну, железо есть немного, мусор так пробивается кое-как. Непонятно какой. Там уклад год скребенный. Попало всем-то. Заскребло, года не видно. Все равно монетка. Ладно, копаем дальше, ищем. Пробираюсь к вездеходу, вот. Вездеход тут рядышком стоит. Все, сейчас пробираюсь ближе к дому. Уже хотел бросать, я смотрю на углу ямы. Пятачок. Вот побродил, походил немного. И все, вот. Как бы не густо, ну и не пусто. И этому сейчас рада, уже все везде выбито сильно. И две серебрушки мелких поднял. Одну имперскую. И так вот, пятачки есть. Вот немножко. Десяток монеток дернул. И это хорошо. Это копеечка у меня. Копеечка была. Так, так сказать, отработал. Спрашивают, какой у меня металлоискатель все. Вот такой, как обычно. Самый распространенный металлоискатель, какой есть. Ну, большинство пользуются такие. Не большинство, но есть. Так вот. Сейчас поедим немножко и поедем в сторону дома куда-нибудь, наверное, промышлять. Или железо где-нибудь поискать еще. Монетки в карман.
Тишина какая на улице. Все, прикатил домой. Ой, как устал. Так что ладно, все нормально. Съездил. Удовольствие получил. Монеток покопал. Ладно, может завтра отдыхать будем еще. Ладно, всем пока. До новых встреч на канале «Сельские будни».